Я хотел... Ну, в общем, я оценил. Это о чем, товарищ майор? Сам знаешь. Рискуешь должностью, сливаешь мне информацию. Давайте честно, это в моих интересах. Мне тут Захаров поперек горла. Я хочу, чтобы вы в отдел вернулись. Подхалим. Эгоцентрик, карьерист. Я думал, ты это все ради меня. Ну, вот ради этого тоже. Обожаю ваш юмор, Андрей Васильевич. А кто сказал, что я шучу? Здесь? Да. О, кажется, открыто. Опа, готов. Корзухина Александра Николаевна. Да. Это вам. До свидания. А, подождите. Здорово, Миш. Ну, рассказывай. Сейчас. А ты что, не здороваешься со мной? Извините, товарищ майор, просто я не ожидал вас тут. Проблемы будут, причем у всех. Из-за меня проблемы? Ну, ничего страшного, если что, устроишься охранником в офис. Тихо, спокойно, руки в тепле. Так себе шутка. Да у меня вообще с юмором беда. Я-то дурак думал, мы все свои. Если что, это мы с Белкиным труп нашли. Могли все сливки себе оставить. Но мы, ребята, честные, сообщили. Да ладно тебе, Миша, Захаров все равно сам никуда не ездит. Ну, убили, скорее всего, ножом. Приличным таким, сантиметров 15-20. Ого. Удар был спереди, снизу, левой рукой под правое ребро, направлением вверх, а потом еще с проворотом. Шансов не было. Да никаких. Профи работал. Спасибо, Миш. Ну, Маренкова тоже убил, не дилетант. Да, только Маренкова застрелили, а этого зарезали. Может, убийца не хотел шума? Можно было глушителем воспользоваться. Чего просила зайти? С таким ужасом на меня смотришь, как будто у меня рога на лбу выросли. Я хотела, чтобы ты посидела с Анютой. Но забрала ее из садика. У меня подработка нарисовалась. Ничего другого я от тебя и не ждала. Руку Ильи ни с кем не спутаешь. Талантливый был мальчик. Откуда этот портрет? Я его раньше не видела. Нашла там, у себя. Никак не успокоишься. Я тоже часто о нем думаю. Но прошлое надо отпускать, детка, иначе не будет настоящего. Ну, Мелик, как это сделать? Если не можешь отпустить, значит, что-то осталось неопределено, не прожито тобой. Подумай, разберись. А потом просто дай это быть. Все, побежала. Пока. Алло? Александра Николаевна? Да. Меня зовут Алексей Игоревич. Я представляю интересы заказчика. Да, здравствуйте. Извините за вынужденные меры предосторожности. Да, я все понимаю. Мой заказчик очень дорожит своей коллекцией. Поэтому я прошу вас на время работы сдать все свои гаджеты и телефоны. Сдать? Куда сдать? Охраннику. Да? Не волнуйтесь. Все это будет в целости и сохранности.
Поездка до места назначения займет у вас не больше 40 минут. На этом прощаюсь. Я тут кое-что выяснил про убитого. Он был авторитетным спецом в области искусства. Много лет преподавал. Это что, все? Это все, что ты выяснил? О, Белкин, я так понимаю, это вы информировали товарища Грехова об убийстве? Скажите, а... вам известно, что третьим лицам запрещено принимать участие в расследовании? Товарищ майор... Белкин ни при чем, это я сам. Я не собираюсь играть в эти игры. Расследование поручено мне, и я прошу вас выполнять предписание вышестоящего начальства. А вас, Греков, товарищ полковник, отстранил от дела, и я требую. Вы слышите? Требую, чтобы вы не лезли со своими советами. Да, Белкин, ваш запрос о поиске неизвестного в больнице я отменил. Поскольку я хорошо понимаю, откуда растут ноги. А это что за район? Кажется, я тут ни разу не была. Следуйте за мной. Спасибо. Хорошо все. Помещение может показаться жутковатым, но вы не пугайтесь. Ага. Вот это и есть ваша мастерская. Здесь вы будете работать. Да-да, я вижу вас через камеру. Извините, это необходимо для безопасности и вашей, и нашей. Да, я поняла. Обратите внимание, мы подготовили для вас станок, разное оборудование. Если еще что-то потребуется, сообщите. Мы все сделаем. Хорошо. Спасибо. Рад сотрудничать с таким очаровательным художником, вернее, художницей. А где сама коллекция? Замечательный образец. А замок какой? Да, весьма необычный. Открывайте. Надо же. Вместо ключа стилет. Стилет. С трехгранным лезвием, сантиметров 20. Да.
удивительная. Кстати, стилеты называют оружие профессиональных убийц. Они оставляют мало крови при ранении. Что ж, жду ваших впечатлений от рисунков и гравюр. Не вспомнил, как его зовут? Нет. Всякую ерунду несет, я даже повторить это не смогу. Какие-то слова отдельные, не связанные между собой. Ерунда всякая. Как только будет более-менее в сознании, надо полицию вызывать. Пусть они с ним беседуют, может, личность установят. Вот. Вот так постоянно. Мастерская Дюрера. Я готова взять ваш заказ. Отлично. Напишите список необходимых для работы материалов. Аванс вы получите прямо сейчас. Спасибо. Ну, проблема может быть с бумагой. Нужно использовать старинную технологию того времени без современных примесей. Тогда использовалась только органика. Какие есть варианты? Мы можем использовать старую бумагу того периода и перемолоть ее с натуральным хлопком. Или льном. Где ее взять? Мы можем поискать ее в букинистических или антикварных магазинах. Но это займет немало времени. У вашего предшественника такой проблемы не было. Как я могу отвечать за другого человека? Может быть, он хотел поскорее выполнить заказ? Конечно. Обещаю. Саша, где? Это теперь место приветствия? Альбина Витальевна, прошу прощения, добрый день. Не надо так волноваться, мой друг. Ну, переехал доктор, и что? Чего? А, вещички свои перевез. Ну, совет да любовь, не мое дело. Тогда что случилось? Чего такая порывистость? Кое-что срочное по работе. Ах, вот как. Угу. Уехала она на какую-то подработку, видимо, серьезную. Раз такой шикарный автомобиль к подъезду для нее подогнали. Какой автомобиль? Описать сможете? Описать сможет и Анюта. А я? Не зря же среди сыщиков приходится жить. Привычка у меня такая. Записывать номера подозрительных машин. Не люблю, когда стекла тонируют.
Спасибо. До свидания. Да, Лень. Какого еще другого специалиста? Ясно. Сама приеду в отдел. Да. Алло? Максимилиан, здравствуйте. Это Александра. Да, мне нужно знать, не поступал ли к ним пациент из этого района. Сам мне запрос пока отправить не могу. Ну, ты понимаешь. Хорошо, Сань, спасибо. Жду. Ага. О, ты дома? У меня с 4 прием сегодня. Угу. Андрей! Mm. Меня на курсы повышения квалификации посылают. Угу. В Питер. Mm. На 5 дней, может, больше. Ну ничего. Я с Колей посижу. Все равно с работы непонятки. Да, Сань. Такая больница. Спасибо, я твой должник. Метнусь, проверю кое-что. Служебный телефон. Удобный? Привыкли к интерфейсу? Да. Не совсем. Проходите. Добрый день. Говорят, вы решили найти мне замену? Да, но ведь вы сами отказались работать. А потому что вы не захотели раскрыть мне детали дела. Давайте не будем пинать друг друга. Это бессмысленно. А если вы готовы работать, я рад. Тем более, что мне нужна ваша консультация. А вот это кто? А это Максимилиан Беккер. Простите, в каком смысле Беккер? Давно живет в России, выдающийся специалист в области графики. Не скромничайте, не скромничайте. Садитесь. Здравствуйте. Ну что же, я буду рад, если вы оба поможете мне сдвинуть это дело вперед. Я, конечно, рад помочь, но я совершенно не осведомлен. Речь о какой консультации идет? Что за дело? Вот. Люблю конкретных людей. У нас убийство. Искусствовед Лукьянов зарезан в своей квартире. Что? Эксперты считают, что удар был нанесен 3-гранным стилетом. Стилетом. А в квартире покойного были обнаружены описания и фотографии отдельных фрагментов гравюр и рисунков из коллекции, которую сам Лукьянов называл трофейной. Позвольте? Да, конечно. Это... Ну да. Да, это материалы по коллекции «Черной вдовы». Уникальная коллекция мастерской самого Дюрера. Извините, того самого? Того самого. А почему трофейная? А попала в Россию сразу после войны. Поразительно. Описания такие точные, развернутые. Можно подумать, автор лично изучал коллекцию. Да, эти фото были сделаны с фрагментов подлинника. Несомненно. Громкое дело может получиться. Он грязный был, в крови, без сознания. В себя приходил? Периодически. Всякий бред несет.
А что именно говорил? Ну, какая-то черная вдова коллекции. Ну, ерунда всякая. Понятно. Ну, вот тут в одной из книжек Лукьянов упоминает черную вдову аж 5 лет назад. Он проставил даты. А вот тут снова называют коллекцию трофейной. И пометка. 6-8 миллионов долларов. Представляете? Из записи Лукьянова я понял, что он делал оценку коллекции для купли-продажи. И если в этот раз повод был тот же, получается, владелец хотел или продать, или заложить вдову. То есть и использовал ее как финансовый инструмент? Ну, типа того. Кстати, не все банки работают с предметами искусства. Это легко выяснить, можно составить список таких банков. А вот на этот счет у меня есть свои соображения. Я понял, считал Лукьянова. И выяснил, что в прошлом месяце он получил перевод за экспертную оценку. Заказчиком выступил КМК Инвестбанк. У этого банка много операций со строительной компанией «Анчик Стройгрупп». Причем строительная компания? Ты дослушай. Один из совладельцев этой компании, Владимир Чекулаев, известный своей страстью к искусству. Так вот, свои коллекции он не афиширует. Так, намек понял. Что делаем? Может, я сначала встречусь с представителем банка? Давайте. И вот еще что. Если Лукьянов и Маренков занимались копированием коллекции, то, возможно, черная вдова уже похищена. А это значит, нужно трясти перекупщиков. Черный рынок трясти нужно. Ну, об этом мы с Барановым и сами догадались. Уже пошуршали некоторые сайты, где сидят коллекционеры. Баранов уже списался с одним. Якобы тот торгует гравюрами с черной вдовы. В общем, хотим назначить с ним встречу. Хорошо, хоть предупредили. Действуйте. Вот, супу вам наварила. Иначе ты ж всю семью голодом изведешь. Мам, пойдем на горку. Анюта, дай маме отдохнуть. Ей сейчас только горок не хватает. А что, Виталий приезжал? Слушай, сколько у него вещей-то? Вот он так до весны будет свои чемоданы таскать. Я как раз за Анютой в садик ходила. Возвращаемся, замок не открывается. У меня аж все похолодело внутри. А потом оказалось, это твой Милюхин в перерыве заскочил. Ты, кстати, чего на звонки не отвечала? Тебя все твои кавалеры обыскались. Где он? Звук выключен. Выключила в отделении и забыла включить. Понятно. Греков приезжал. Греков? Прискакал, весь на взводе. Ну, я ему сказала, чтобы не волновался. Мол, увезли твою Александру на приличной машине. Все достойно. Ты что ему про машину сказала? А это что, секрет? Ты вообще где была? Только не говори снова про подработку. Кажется, я напала на след. Только я не знаю, справлюсь я сама. Александра, чтобы никаких рисков. У тебя ребенок. Хочешь ее сиротой оставить? Звони сейчас же Грекову. Немедленно. Меня интересуют последние сделки с предметами искусства. А можно конкретнее? Ну, например, название коллекции «Черная вдова».
вам о чем-нибудь говорит? Вы знаете, у нас много клиентов, и я эти все названия не запоминаю. Скажите, а есть какие-то нарушения со стороны банка? Пока не знаю. Простите, но сделки наших клиентов — это конфиденциальная информация. Если у вас будут доказательные претензии, то мы ответим на все ваши вопросы в официальной форме. Понял. Спасибо. Вы были правы. Сделкой по коллекции интересуется полиция. Надо еще раз все перепроверить. Сюрприз! С ума сошел? Ты меня заикой ставишь. Прости, не думал тебя напугать. Сереж, не надо было сюда. Коллеги увидят, я не хочу сплетен работать. Да они все равно найдут, что обсудить. Мне все равно. Ты же рассказала мужу. Я подумала, ну и какое-то море, а? Поедем куда поближе и сэкономим время на дороге. Пожалуйста. Бэ. Слышь, дядь, закурить не будет? Не понял, это вы мне? Тебе, тебе. Плохо себя ведете. Пришлось немного покалечить вашего Эрделя, пока он жив. А дальше все будет зависеть от вас. Если согласны продолжить работу и молчать, отправьте слово «да». Взамен получите адрес, где сейчас находится Эрдель. Как же быстро они растут. Она уже в свою кроватку не помещается. Саша, нам с тобой нужно серьезно поговорить. Не сейчас. Что случилось? Что с тобой? С Эрделем случилось беда. Надо ехать. Куда? Объясни. Альбеньке надо позвонить. Давай я поеду. Где он? Андрей, пожалуйста, посиди с Анютой. Саш, я тебя никуда не отпущу. Я прошу тебя, умоляю, это очень важно. Я должна поехать сама. Всем нужен опыт работы. А где я его возьму? Я что, должен с 5 лет работать? Ну и рекомендации Эрделя не помогли. Нет. Что? Опять Кирилл? Устраивает тусу и без тебя никак? Мить, ну заканчивай уже. Не нужен мне никакой Кирилл. Мы ведь договаривались с тобой. Все по-честному. Что за ревность опять? Обидно. Ладно, прости. Мить, тут такое дело. Я не знаю, говорить тебе или нет, но вроде мы решили всю правду. Ну? Мне кажется, у твоих родителей проблемы. В смысле? Короче, у твоей мамы, похоже, есть другой чувак. Что за бред? С чего ты взяла? Я кое-что видела. Вчера я не стала тебе говорить. Не до того было, но... Но теперь все-таки скажу. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но дальше так продолжаться не может. Я не готова терять близких из-за твоих покрутасов. Я... Мало того, что Эрдель еле живет, ты еще и остальных подставляешь. Думаешь, дело на этом закончится? Вряд ли. Кто следующий? Греков? Милюхин? Хочешь сама стать черной вдовой? Ну что там? Ничего хорошего. Я дал задание Белкину найти этих уродов. Как только Эрдель встанет, лучше пусть напишет заявление. Ага.
Я Анечку, кстати, готовил, все хорошо. Спасибо. Да. По поводу Эрделя надо сделать КТ, полное обследование и желательно в другую клинику перевезти. О, Вилкин. Далее. Какие новости? Пока глухо. Плохо, Лень. Извините. А что по другому моему запросу? Про минивэн выяснил? Минивэн прокатный. Последние несколько раз его арендовали на документы некоего Клюева. Где сейчас этот Клюев, выяснить не удалось. Но известно, что он работал водителем у бизнесмена Чекулаева. И тут уже интересно. Кажется, он как-то замешан во всей этой истории с «Черной вдовой». И вот еще новость. В квартире убитого Лукьянова обнаружены отпечатки Корзукина. Они есть в базе. Ты можешь пока придержать эту информацию? Я про пальчики Корзукиной. Ну, пожалуйста, постарайся. Так, адрес Чекулаева есть у тебя? Пришли мне. Давай. Все будет хорошо, жена. Мне нужно срочно ехать. Как появится информация, сообщу. Ну, так что вас интересует? Матвей Клюев, вам хорошо знаком? Ну, настолько, насколько может быть знаком водитель, бывший. Он уволился? Нет, я его сам уволил. Небольшие кадровые изменения. Так сложились обстоятельства. Строительная компания, которой я сейчас владею, в стадии ликвидации. Почему, если не секрет? Убытки? Ну, причины скорее личного характера. Но если вам очень интересно, то мой компаньон по бизнесу увел у меня жену. И, как вы понимаете, теперь никаких совместных дел быть не может. Да. Неприятная история. Да. Я слышал, вы коллекционер, большой ценитель искусства. Я не афиширую свои увлечения. И искусством я предпочитаю наслаждаться в одиночестве. Я все-таки не понял цель вашего визита. Вам известна коллекция мастерской Дюрера «Черная вдова». Какое вы к ней имеете отношение? Вы переходите границы дозволенного, господин Греков. Я не хочу с вами это обсуждать. Но если вы очень хотите продолжить беседу, то делайте это официально в присутствии моего адвоката. О, а что за собой? Мне надо поговорить с Чекулаем. Срочно. Андрей, ты? Я. Привет, Вера. Привет. Здравствуй, сыночек. Родненький, как дела? Вер. А можно Эрделя к вам на обследование положить в клинику? А то его избили сильно на улице. Кошмар какой. Хорошо, договорюсь. У нас отличное оборудование, все сделаем. И можно будет это, ну, как-нибудь подешевле сделать? Могу провести его по базе как родственника. Будет скидка. Где он сейчас? В областной. Это хорошо, там и выписку, и все по-человечески сделают. Спасибо большое. Что делаешь? Прячешь? Прячешь? Давай вот этот вагончик тоже. А тебе закрой. Закрой крышечку. Андрей, извини, сейчас не могу говорить.
Александра Николаевна. В следующий раз будем собирать на другой машине и в другом месте. Для безопасности. Спокойно, руки за спину. В чем дело? Тихо. Сейчас позовем понятых, будем проводить обыск. Да что я сделал-то? Работы, которые вы продаете, проходят по двум убийствам. Ну, не может быть. Может. Я не знал. Я ничего не знал. Клянусь, я посредник. Так. Просто хотел заработать. Где гравюры из коллекции «Черной вдовы»? Пусти. Вы про эти, что ли? Да, про эти. Да мне просто предложили их продать за хороший процент. Кто предложил? Да человек один, по фамилии Виноградов. Сказал, что коллекция редкая. Больше ничего. Да кто такой этот Виноградов? Сюда снимай. Его снимай. Да я сам его 2 раза видел. Ничего примечательного. Ну, разве что машина у него редкая. Крутая. Представительская. Так, надо проверить камеру подъезда. Хорошо. Слушай, откуда у нас этот шкаф, а? Он здесь неделю уже стоит. Серьезно? Да, мы вместе с тобой обсуждали его покупку. Саша. Странно, да. Что происходит? Я видел машину, которая за тобой приезжает. Что такого? Богатый заказчик может себе позволить. Где ты работаешь? На кого? Саша, это ужасно, но я пытался даже проследить за тобой. Что? Ты за мной следил? Значит, так, давай договоримся с тобой. Раз и навсегда, чтобы... Я открою. Нет, я. Сама. Кто там, Саша? Что это? Это от кого? От Ильи? Не понял. Только он дарил мне зимой такие цветы. Сашенька. Это невозможно. Подумай сама. Нет. Я недавно видела его около дома.
Саш, посмотри на меня. Этого не может быть. Давай я во всем разберусь. Хорошо? Я сам во всем разберусь. Ну, вот эта машина. А это он, Виноградов. Вон, видите? Садится. Как думаешь, похож на того, кто стрелял в Маренкова? Да как тут поймешь? Ну, слава богу, номер есть. И на том спасибо. Андрей, спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Да не за что, Альбина Витальевна. Ну, свои же люди, как иначе. Я совсем не вижу Саши. У нас был не очень приятный разговор. Мне кажется, это нападение на Эрделя было не случайно. В смысле? Ну, это не уличная драка. Кто-то пытался надавить на Сашу с помощью Эрделя. Мне страшно, ведь могут быть и другие жертвы. Я уже не говорю про Анечку. Я, Альбина Витальевна, с Сашей поговорю. Обязательно. Может, она хоть вас послушает. Все в порядке. Эрдель Михайлович оформлен. А, прекрасно. Альбина Витальевна, вам тут нужно кое-какие бумажки подписать на ресепшене. Наташ, займись, пожалуйста. Лиза, спасибо вам большое за оперативность. Без проблем. Как там у вас с поездкой? Выбрали все-таки отель? Не понял. Я про ваш отпуск. С Верой Николаевной. Она все мучилась, выбирала. А, ну, все в порядке. Мы определились. Славно. О! Че это он бросил тут такую дорогую тачку? Странно, да.